Будем ночевать сегодня вот тут. Шикардосный вид, да? Ой, а вот кладбище. Ребят, всем привет из Нью-Йорка. Штата, естественно, это не город. У нас с папой образовалось свободное время, пока груза нет, и мы решили прогуляться немножко. Это такая деревенька глухая. Очень старая. 1870 года, да, пап? 1877. Тут я вам скажу, вообще не жарко. И даже наоборот. Амбар. Не знаю, сарай. Хлев. Кладбище, да, кладбище на заднем фоне. Лошадка пасется. Блин, я опять провожу инструкцию для идиотов. Может, они не увидят, что там лошадка пасется. Красиво. Давай свистнем. Нет, давайте. Все. Тетя нас тоже обходит, и мы к нему опускаемся. Мы просто выглядим как бомжи. Нас боятся все. Правильно делаешь. Боятся, значит, уважают. Один в пижаме, другая надела все, что было можно, потому что холодно. А я говорила, нет, где вот на таких, на домах вот такие звезды большие, там, значит, живет ветеран. Да, я сама не знала. А вот дяденька рассказал, которому звезду так повесил, что звезда у него висит, потому что он ветеран. И потом у меня спросили, почему Вадим звезду не повесит на дом? Не, вот такая большая именно. Они вешают вот такие большие звезды. Тракер испортил всю картину. Дерево цветет. Ага, там цветы, да. Аж не видно? У меня это пар изо рта аж идет. Пар изо рта. Есть чуть-чуть, да. А, с Новым годом. Какие красавцы. Блин, в такой холод они цветут, мне их жалко. В Голландии как они цветут, там тоже не жарко. Так наоборот, хотел показать, как здесь пусто. Что пусто? Смотри, какая дилерская интересная. Да, одна, и вон там другая, и вон там третья. Куча дилерских. 23 тысячи. О, это 15. 20? Надо, блин, она новая сколько стоила. All wheel drive. Нафиг надо, точно. Еще 4-го года. Ла-ла-ла-ла-ла, как деревня. А это как будто бы не деревня. А, 51 градус. О, нифига себе, оказывается холоднее, чем где я думал. Где ты увидел?
10 часов 18 минут, 51 градус. 51 градус, я не знаю, я тебе в Цельсиях рассказала, что это 13. 15 Цельсиев. Она не показывает. Прохладненько. Во, салон. Open. А что за салон там, я же не знаю. Красоты, наверное. Классы, медитации, чего? Нафиг йогу и... Battle Return? Серьезно? Прикинь? Battles, да. Я никогда не видела такого. 5 центов за бутылку. Можно сдавать бутылки, офигеть. В Калифорнии... подожди, в Нью-Йорк, Калифорния... По-моему... Ой, вон там можно пойти, вон туда пошли, эти магазины. Нью-Йорк, Калифорния, по-моему, даже 10 центов за бутылку. Но не все бутылки, определенные. Да. Да. А что написано там? Условия есть? Ну-ка. Классно. Давайте зайдем в какой-то магазинчик. Он закрыт. Что? Они только на выходных открыты. Ага. Пятница, четверг, пятница, суббота, не на выходных даже. А мы подглядим. Ну, это такие чисто деревенские поделки. Да. Антикварюшки. Ну вот, хотела показать. Смотри, какие кофейные чашки прикольные. Да, красивые, папа. Ну что поделать? Тут все закрыто. Может, сейл не работает. Как раз удобненькие. Класс. Ну что ты хотела? Что папа говорит? Деревенька. Что теперь делать? Люди с понедельника по четверг работают на поле. Потом на выходных здесь. Как хобби. Ой, как птички поют, красиво. Это я щебечаю. Щебечу. Я подальше отойду, пожалуй. Завела собачку. Где работают? Блин, у меня аж очки запотевают, слушайте. Ну, дышу, испарение, холодно. О, грязюка. Папа, хватит, блин. Ну, они видишь, как начали делать. Делают так, чтобы специально этим поролоном. Ну, пенопластом. Чтобы зимой не холодно было. Потому что они же здесь обогреваются. Они покупают топливо, которое жжет бойлер. Топит на газу или на этом, на бензине в Нью-Йорке. Приспосабливаться к экономике таким образом. Подумал, что, блин, обшивку утеплить лучше, чем зимой замерзать. Ну, как минимум дешевле. Дешевле. Железный дробосек. Шишки какие! Классно! Блин, ну мы почти дошли. Там под Сиракузом, туда еще ехать.
А оттуда куда мы поедем? Я не знаю пока еще. Мне сказали только, куда выезжать. Говорю, давай выезжай, чтобы успеть. А, все, мы бежим быстро. Чем тут пахнет? Да. Вот этими цветами, наверное. Не знаю. Чем так сочетать? Просто всеми белыми деревьями. Блин, нифига не тут засадили. Как здесь водить? Так они специально и засадили, чтобы там не ходить. А что ж мне там делать? Яблочки начинают цвести. Все, пришли мы обратно к полю, точнее прибежали, потому что надо ехать работать. Поэтому всем пока и увидимся в следующем видео. Пока, пап. Пока. Вот так называлась эта деревенька, по которой мы сегодня прогулялись.